Так, всем привет, любителям ставок. Кто видел вчерашний мой прогноз? За 1.50 просто залетел. Мы ставили больше 3 голов, больше 2.5, а забили аж целых 6. Так что все четко, мы в плюсе. Так, сегодня будем ставить экспресс из 2 событий. Залезем в Кубок Германии. Сегодня у нас 9 число, 6 месяц. В 21.45. Будет играть Сарбрюкен и Байер. Это Кубок Германии. Здесь мы берем больше 3 голов за коэффициент 1.40. Я думаю, что в этом матче они должны нас забивать нормально. Так, и полезем в Германию, вторую Бундеслигу. В 19.30 будет играть Динамо Дрезден и Гройтенфюрт. Посмотрел я статистику этого матча. Я думаю, что там будет ничья. Но мы возьмем здесь, Динамо Дрезд не проиграет за 1.63, то есть 1x. Берем, соединяем 2 события этих, и получается экспресс с коэффициентом 2.30. Пишите в комментариях, что вы думаете об этих матчах. Мне будет интересно почитать. Подписывайтесь. Всем пока.